Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Тикиев. И вот что главное сегодня. Президент страны Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации. Праздничный концерт в честь столетия Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии прошел на высоком организационном уровне на главной сцене страны – Кремлевском дворце. Около 7 тысяч жителей Черкесска прошли диспансеризацию после COVID-19. Карачаево-Черкесский сахарный завод приступил к переработке сырья. И школьники республики принимают участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I». Далее об этих и других темах подробнее. Президент страны Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия в стране начнутся 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт или определенные военно-учетные специальности. Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный совместный концерт, приуроченный к вековому юбилею государственности трех республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Президент страны Владимир Путин во время выступления в Кремле поздравил со столетием образования жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уважаемые жители республики Адыгея, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, примите мои искренние и теплые поздравления с юбилеем, со столетием образования ваших республик. Это большая, знаменательная дата и для вас, и для всей страны. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в укреплении и развитии нашей огромной страны. Плечом к плечу с представителями других национальностей они строили и созидали. Добивались достижений в науке и культуре, вместе преодолевали крутые повороты истории, честно и мужественно делили выпавшие трудности и испытания вместе с другими народами Союза. Смелость и отвага ваших земляков в полной мере проявились в суровые годы Великой Отечественной войны. Тысячи бесстрашных воинов, верных сыновей и дочерей Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии ушли добровольцами на фронт. Воевали в партизанских отрядах. Имена и подвиги ваших земляков, адмирала Арсения Головко, командира танковой бригады Харуна Богатырева, политрука Хусена Андрухаева и многих-многих других героев стали яркими примерами подлинного патриотизма и мужества. Сегодня самые теплые слова признательности и низкий поклон поколению победителей. Всем живущим в республике ветеранам. Известная горская пословица гласит: иметь верного друга – счастье. В верности, единстве, дружбе народов России – наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. С
свою очередь, глава республики Рашид Тимрезов отметил, что для него большая честь представлять Карачаево-Черкесию в самом центре столицы России, в ее сердце, откуда берет начало наша Родина. «Хочу выразить слова благодарности прежде всего президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его решение о праздновании столетия государственности Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Для нас это огромная честь и большая ответственность», отметил, выступая на сцене Кремлевского дворца, Рашид Тимрезов. Для меня большая честь выступать сегодня здесь, в самом центре нашей столицы России, в ее сердце, откуда берет начало наша Родина. И также хочу выразить слова благодарности прежде всего нашему президенту, президенту Российской Федерации, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за его решение празднования столетия и государственности Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии. Для нас это огромная честь и большая ответственность. Ровно 100 лет назад с обретением государства перед многонациональным народом Карачаево-Черкесии открылись новые возможности по развитию региона во всех сферах жизнедеятельности. Экономической, культурной, спортивной, научной, духовной. Культурная интеграция с многонациональным народом России стала мощным импульсом для развития национальных культур. При поддержке президента и правительства Российской Федерации, благодаря упорному труду каждого жителя, сегодня Карачаево-Черкесия – это стабильный, спокойный, динамично развивающийся регион, неотъемлемая часть нашей большой страны Российской Федерации. И в продолжении темы. На концерте, посвященном столетию Карачаево-Черкесии, вместе с нашими артистами на главной сцене страны выступили представители братских республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Карачаево-Черкесию, в частности, представили государственный ансамбль танца «Эльбрус», государственный детский ансамбль «Карча», ансамбль «Дочери Нартов» в сопровождении вокалистов ансамбля «Апсаты», а также Марьяна Албутова и Таулан Батчаев, Ислам Итляшев и другие. Вся концертная программа прошла в сопровождении малого состава сводного национального оркестра Карачаево-Черкесии под руководством дирижера Беллы Кирбижевой. Кроме того, в фойе Государственного Кремлевского дворца были организованы экспозиции 3 республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Декоративно-прикладное творчество, предметы быта и искусства, национальные костюмы и народные промыслы – все гости мероприятия смогли увидеть и почувствовать неповторимый национальный колорит Северокавказских республик как неотъемлемой части богатейшей культуры многонациональной России. В парке Армавира «Городская роща» прошел фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир», в котором приняли участие творческие коллективы Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи. Нашу республику представил академический ансамбль «Снежные вершины». Гости фестиваля смогли узнать о традиционных видах спорта, бытии и культуре народов России, а также приняли участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и увидели реконструкцию древнерусских сражений. В предыдущие годы фестиваль проходил в Московской области, теперь он сменил локацию и переехал на постоянное место жительства в Армавир. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с делегацией Карачаево-Черкесии, которая побывала в Цхинвале для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики. Алан Эдуардович отметил теплые, дружеские и братские отношения между республиками и выразил слова признательности и глубокого уважения. В Казани завершилось мероприятие «Добро. Конференция-2022», в котором принимала участие директор ресурсного центра молодежного добровольчества Карачаево-Черкесии Ася Хакирова. По итогам конференции центр вошел в состав Ассоциации волонтерских центров России. Всего в мероприятии принимали участие 500 гостей из 82 регионов. Выступил 41 спикер, прошло 27 лекций. Участники конференции разработали стратегию развития волонтерской деятельности на 7 лет и получили более 333 часов волонтерской деятельности. За 2 дня слушатели узнали все о возможностях социальной франшизы «Добро-центр» и теперь смогут создать программу развития инициатив в своих регионах.
Черкесск примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый важный этап заключается в том, чтобы определить территорию для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. В случае победы республиканской столицы горожанам предстоит выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства. Малый пруд и пешеходную зону вокруг Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», аллею по улице Даватора и сквер в районе РТИ. Подробности сообщил заместитель директора центра «Мой бизнес» Ринат Хатуаев. Минстрой РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году. Изменил условия участия, и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джугута в 2022 году выиграла, и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. До 30 октября нужно подать заявку в Минстрой. Огромное количество мероприятий и процедур нужно произвести, поэтому очень важно, чтобы все заинтересованные в преображении нашего города граждане активнейшим образом принимали участие во всех мероприятиях проекта. Группа школьников образовательных организаций Карачаева и Черкесии принимает участие в культурно-познавательном туре «Золотое кольцо Петр I», который пройдет до 24 сентября. В делегацию вошли ребята из всех районов республики. В основном это победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад, а также активисты российского движения школьников. В программе тура посещение городов Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов-Великий и Сергиев-Посад. Школьница из Карачаева-Черкесии Амина Тикеева стала лицом всероссийского проекта «Билет в будущее». Ее история успеха и фотографии размещены на сити-борде в Москве. Амина прислала в оргкомитет рассказ о том, какое влияние на нее оказал проект «Билет в будущее» и как помог определиться с выбором профессии. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джемиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап, и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями, это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. Образование, воспитание детей, это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станут федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. Около 7 тысяч жителей Черкесска прошли диспансеризацию после COVID-19. Она позволяет выявить возможные осложнения после перенесенного коронавируса и заболевания, опасные для жизни. А самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация. В республиканской столице на сегодняшний день прививку сделали более 42 тысяч человек. Сегодня в кинотеатре «Чарли» Черкесска состоится премьерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Для режиссера Руслана Братова это первая полнометражная работа. Мы сделали кино такое, которое мы хотели сделать. Как бы не было каких-то компромиссов, на которые бы мы шли. И потом сидели и понимали, что ну да, что-то так, в итоге оно такое. Я сейчас вынесу какие-то как бы работы над ошибками произведу и так далее для себя.
Черкесский театр представил новую премьеру сезона – детский музыкальный спектакль «Кто в сапогах». Первый показ уже состоялся в ауле Адгехабль. Постановка стала очень интересной для юного зрителя, рассказала Дина Акова, директор Черкесского театра имени Мухарбека Акова. Театральный сезон был ознаменован премьерой новой сказки «Кто в сапогах». Известную сказку Шарля Перро «Кот в сапогах» в адаптации Зураба Бегурзова поставил режиссер Эльдар Агачев. Для того, чтобы сказка получилась приключенческой, интересной, юмористической, веселой и живой, Черкесский театр привлек к работе хореографа, который поработал с нашими артистами, а также художника-постановщика, который разработал эскизы интересных сказочных декораций и костюмов для наших артистов. Премьера сказки состоялась в Адгехабле для начальной школы. Дети первых и четвертых классов получили огромное удовольствие, и мы поняли, что они знают эту сказку, любят эту сказку и будут еще и еще с удовольствием ее смотреть. Черкесский театр планирует гастроли в разные города и районы нашей республики в рамках проекта «Театр детям». Мы постараемся охватить большое количество наших юных зрителей, потому что это наш самый дорогой и наш самый любимый зритель. На Карачаево-Черкесском сахарном заводе начался сезон переработки сладких корнеплодов. В сезон здесь к работе привлекаются более 300 работников. На сегодняшний день в республике планируется убрать 4970 гектаров сахарной свеклы. В текущем году свеклосеющим хозяйствам региона будет оказана государственная поддержка в виде субсидий на поддержку производства. Прежде чем обратиться в ту или иную финансовую организацию, следует проверить, законно ли она предоставляет услуги. Это можно сделать, в частности, в мобильном приложении «ЦБ Онлайн». Оно поможет, например, узнать, есть ли у банка или страховой компании лицензия, имеет ли финансовая организация право выдавать займы, а также можно оставить отзыв о ее работе и поставить оценку. Кроме того, проверить финансовую организацию можно на официальном сайте Банка России в справочнике финансовых организаций. Эта опция позволяет узнать информацию о кредитной, микрофинансовой или страховой организации, о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, негосударственном пенсионном или инвестиционном фонде. С 1 июня 2021 года Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Комментирует информацию заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. В Абхазии прошел ежегодный открытый международный турнир по баскетболу «Кубок народов Кавказа». В упорной борьбе сборная Карачаево-Черкесии завоевала медали высшего достоинства. Кроме наших спортсменов, в состязаниях принимали участие сборные команды ДНР, ЛНР и Краснодарского края. Лучшим игроком турнира стала наш капитан Наталья Шепзухова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, дождь, местами сильный ливень, очень сильный дождь, в отдельных районах гроза и туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, в горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-19, в горах местами до плюс 13. В Черкесске дождь, ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18.
15 градусов. Штормовое предупреждение 21, 22 и 23 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах свод селей малого объема. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!